На трассе накануне недалеко от деревни Сухая в Емельяновском районе лоб в лоб на полной скорости столкнулись легковушки Opel и Mitsubishi. Судя по видео и фото, с места происшествия от удара одна из машин превратилась в груду железа. Уже известно, на встречку вылетел именно Mitsubishi, его водитель, который, как выяснилось позже, никогда не имел прав, и один из пассажиров погибли на месте. Еще двоих из этой же машины на скорой доставили в больницу. Госпитализированная женщина-водитель Opel. У нее перелом и ушибы.